такая еще... Такая была вчера поддержка. 152-ми артиллерией и градами. Когда город обсыпали, обрабатывали Спартак, и под этот шумок они прорвались сюда. Помню, когда они увидели, что не пошло движение, они изменили ракурс, стали в засаду под мостом. Но мы хорошо эту местность знаем. И вышли бы с ними работать. Вперед вынялся взвод гранатометчиков. Пойдем. Взвод гранатометчиков вынялся на них. Во главе со старшим лейтенантом консулом. Парень сразу, сходу. Консул, присядь, присядь. Подожди, храм закончится, они от него постреляют, успокоиться. Сразу сходу ребята спалили одну единицу техники, обошли его сзади, за мостом. Бетер высыпал пехоту и ушел. Сразу же ушел, не стал оставаться здесь. Ребята спалили сразу одну единицу с РПГ-7. Обошли его сзади, под мостом. Ну, вы сейчас увидите, сейчас обстрел закончится, чтобы могли понимать, что происходит на самом деле. Потом мой танк вышел на эту позицию, вот здесь вот. Стал на прямую наводку и вступил в бой. Пехота подходила ближе. И там под мостом было немного БК. Несколько ящиков. Мой танк сработал по стойкам. И одна единица танка сразу, танк в этой дуэли спалил одну единицу. БТР батальон Сомали. Обошел тоже сзади через Спартак. Аккуратно осколки летят. Голову прижимать. На, Кус, задень на голову. Вы реально понимаете, что происходило. Потом один танк начал на движение, мы его увидели. Он спрятался за сгоревшим танком и пытался уйти. Но ребята, гранатометчики, они стали спалили второй танк. Всего на месте увидеть. Когда танки начали детонировать, мост сложился и переломался пополам. Ну, в данный момент вы сейчас все увидите, ребят. Сейчас 2 минутки, подождите, сейчас стреляются, а то они не гумоны никак. Вот такого БК много. Поставки, значит, в Польше хорошие идут.